Клавдия Матвеевна, попробуйте рассчитать плотность потока включения на входе в рабочую камеру при коэффициенте, зависящем от длины волны полосы поглощения. Должно получиться. На всякий случай посоветуйтесь с шефом. Я поддерживаю. Делайте, как советует Аркадий. Это интересно. Попробуем, Аркадий. Алло, это лаборатория тензометрирования? Какие показатели по нашим параметрам? Мужа нет, пашет. А я скучаю и жду, не дождусь твоего звонка. Эти показатели меня устраивают. А сегодня нужно наметить новые точки. Ой, мне очень не терпится их наметить. Когда приступаем к работе? Все зависит от вашей готовности. Тогда называю время. 2 часа. 2:30. 3. 3:30. Ну, пожалуй, последний параметр наиболее оптимален. А, итак, 3:30. Я прихожу к тебе домой? Разумеется. До встречи. Целую. Я тоже. Так считаю. Коэффициент упругости и пластичности можно взять из моей таблицы, опубликованной в последнем вестнике. Действуйте. Я скоро буду. Извините, что помешал. Михаил Дмитриевич, мне надо на объект. Ну, отвлечься в книге и иди. Как идет работа? Защита скоро? Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Сейчас главное – закончить эксперимент. Ну, с таким руководителем. Петя Сану, шефу дурной тон. А если шеф – большой ученый и редкой души человек? Что верно, то верно. Все, Аркадий, отпросился, иди. Иду. Не ценит он себя, и нам не разрешает его ценить. Кумулятивные кривые. Ой, как мне хорошо с тобой, Аркаш. Одно твое слово, я брошу все. Квартиру, машину, дачу. Ну, мужа, наконец. Я не могу принять такую жертву, Лапонька. Потом, знаешь, почему она так хорошо? Почему? Потому что мы встречаемся с тобой раз в неделю. Поверь мне, говорю тебе, как старший товарищ, не глупый и чуткий. Хорошо. А если мы будем встречаться 2 раза в неделю, неужели нам будет хуже? Трудно спрогнозировать, как говорят ученые. Может, лучше, может, хуже. Зачем рисковать? Нам хорошо? Моя крошка. Ой, это мой муж. Он нас выследил. Не паникуй. Никакого мужа я сюда не пущу. Мой дом, моя крепость. Здесь я всем муж. Отбой. Телеграмму принесли от первой жены. Сын приезжает. Победил на всесоюзной математической олимпиаде. Будет учиться в Москве, в институте. О, какой у меня сын, Колька. А где он жить будет? Как где, не в общаге же? Конечно, с отцом. Дай лобик. А ты справишься, Аркадий? Ох, это непростое дело сына растить. Вот женился бы на Марье Петровне, помнишь, я тебя сватала? Ну, рыжая такая я приводила. Вот, и сейчас бы с сыном никаких проблем не было. Да какие проблемы? Ты бы видела его. О, акселератище. Конец твоей плейбойской жизни. Ничего, перестроимся. Тогда все, что не делается, к лучшему. Надеюсь. Алло, СКБ-5? Наконец-то ты объявился, Аркаш. Я так соскучилась. В общем, аналогичная ситуация у нас в конторе. Даже хуже. Завтра сын приезжает. Будет жить у меня. Поэтому, думаю, производительность труда резко снизится. Ну, у меня вон сколько детей и внуков, а на производительность труда это не влияет. Даже, я бы сказала, наоборот. В общем, желательно чертежи посмотреть сегодня. А я сегодня в театр собиралась. Ой, нет, подожди. Раз такое дело... Скажи, во сколько? Думаю, что 7. Это, в общем, оптимальный параметр. Хорошо. До встречи. Во-первых, он будет ходить на занятия. А это с дорогой 7-8 часов. А вечером где бывает студент? Где? В кафе, в театре, на дискотеке. Просто побродить по городу. В его возрасте большая радость. Так что времени хватит, было бы здоровье. Остальное приложится. Что-то сегодня переутомился. Не без твоей помощи, женщину вам. Да. А, Иван Васильевич. Да, я узнал вас.
Я уголки 6х15 заказал в нашей мастерской. Какой Иван Васильевич? Какие уголки? Аркадий, это я, Катя. Я узнал вас, Иван Васильевич, узнал. Уголки будут, 6х15. Завтра позвоню. Хорошо, Аркаш, я буду ждать. Здравствуй. Я уложил Наташку и жду, когда ты позвонишь. И ты вдруг позвонил. Заморочен был страшно. Ты ведь знаешь, в отделе все на мне. А последние новости какие? Колька приезжает. Ага. Оформили все-таки перевод. О, как здорово. Не будешь теперь один. Я и так не один. Ты ведь есть у меня. Чисто теоретически. А мне кажется, и практически. А мне бы хотелось, чтобы ты был рядом. Мальчик, я все время рядом. Это не подарок. Я старый холостяк, у меня масса привычек. Знаю. Успокаиваю себя тем, что рано или поздно ты сам захочешь этого. Конечно, приползу. Хорошо, если будешь не совсем старенький. Прости меня. Прощаю. Постараюсь все-таки продержаться как можно дольше. Это ты прости меня. Прощаю. Я буду ждать. А теперь с тобой будет Коля. Я не представляю, как это повлияет на твою жизнь. Честно говоря, я сам не представляю. Коля! Папа! Привет, боже мой! Какой ты вымахал, а? Дай сюда. Кого это ты такой, а? Тебя, пап, больше не в кого. Я думал, что в меня твои математические способности. Хотя, конечно, я в олимпиадах не участвовал. А мама говорила, что в ваше время олимпиад не было. Да если бы и были, все равно я бы этим не занимался. Потому что в жизни, как тебе сказать, есть вещи поинтереснее. Ну ладно, я рад, что ты приехал, и рад, что выиграл на олимпиаде. Я тоже. А мама говорила, что ты мог бы стать большим ученым. Ты мне никогда не говорил, что у тебя есть сын. Не лги, Аркадий, у тебя в доме женщина. Да что вы, Арутюн Карапетович, завтра я представлю подробнейший отчет. Завтра? Меня не интересует. Мы договаривались неделю назад. Я как дура ждала этого дня. И вот, пожалуйста. Нет, если ты мной пренебрегаешь, я совершенно спокойно могу вернуться к Виталию. Пусть не будет хуже, пусть. Только не это. Только не это, Арутюн Карапетович, дорогой. Нет. Именно это я должна вычеркнуть тебя из своей жизни. Прощай, Аркадий. А я говорю, до свидания, Арутюн Карапетович. Сам ты, Карапетович. Все, что не делается, все к лучшему. Что это будет? А, ничего особенного, пап. Просто игрушка. Это оттуда? Да, я ее с японской игрушки перекатал. Ну-ка еще разок. О, молодцы японцы. И ты, Коль, тоже молодец. Опять кошка паршивка, а? Откуда она взялась? Нет, вы не там ищете, ребят. Она вон там, где-то вон там. Вон, побежала. Пока вы ищете кошку, я схожу к экспертам. А ну, брысь! Здравствуйте, сударыня. А что, Семыкина на месте? Добрый день. Здрасте. Да. Здравствуйте, Оля. Ой, Аркадий Андреевич, ваш анализ уже готов. Спасибо. Замечательно. Вы даже себе не представляете, как это нам нужно для экспертизы. Хорошо. Представляешь, он уже дома. Две последние пары отменили. Хорошо, что я позвонил. Ой, а я уже отпросилась. Что же делать? Ничего не меняй. Встретимся, как договорились. Я что-нибудь придумаю. Спасибо. Замечательно. Все параметры на месте. И даже лямбда пи. Шоколадка за мной, Семыкина. Что вы? Это наша работа. Кошка,
что ли? Кошка, точно. Брось отсюда. Да откуда ее здесь взять? До свидания. Ну-ка, пошла. Киска. Брось. Григорий Александрович, на выход. Я на минутку. Гриша, пойди сюда. Понимаешь, какая история? Ты ведь знаешь, Колька приехал. А я сегодня пригласил одну фею. Чего ты смеешься? Он как раз сидит дома, что-то паяет. А твоей тещи хата свободная. Ты сегодня успокаиваешься, Аркадий. Не надоело? Это может надоесть. Наверное. А кого видел, шесть не секрет? Она из нашего института. Но тем более, что из нашей. Я должен знать, кто у меня в доме будет. Ты же знаешь, что я могила. Только да. Семыкин. О, не может быть! Это юное создание из экспорта лаборатории. А ты знаешь, сколько над ней жужжал, сколько лапши на уши повесил? Ты думаешь, легко в моем возрасте? Ты... Она еще и замужем, может, только днем. Но... Ты гений, Аркаша. Желаю успеха. Слушай, там все завалено. Родственники жены ждут визу на выезд. Куда? Куда-куда? Туда. Очень хорошо. О, 25. Черт, а? Странно. Раньше такие замки открывал ногтем мизинца. Я же тебе говорил, запиши. Аркашка, Аркашка, так в милицию можно попасть. Как не сказал? Я тебе 100 раз повторял. Корпус 3, квартира 25. Ах, корпус 3, корпус 3. Не забудь. За меня разочек. Ладно, ты только о себе думаешь. Хорошо, постараюсь. Корпус забыл сказать. Аркадий, что-то мне уже настроение пропало. Может, не стоит сегодня, а? Олечка, небольшие препятствия только усиливают желание. Как говорят, per aspera ad astrum. Перевожу, через тернии к звездам. Через несколько минут мы сольемся в экстазе. Куда ты меня привел, Аркадий? Что это? Оленька, понимаешь, люди собрались. Уже уезжают в другую страну. В этом даже что-то есть. Политическое? Я не об этом. Понимаешь, заниматься любовью на вещах, которые вот-вот пересекут океан и окажутся в стране с другой политической, экономической, социальной системой, мне кажется, что это сексуально тонизирует. А мне так нравилось у тебя дома. Дома? Мне тоже. Коленька, дорогой мой, поверь мне, я желаю тебе добра. Нельзя все время сидеть и паять. Так можно свихнуться. У нас в группе был один такой, правда, сейчас академик, но все равно был чокнутый. Ты бери пример с меня. Надо чередовать работу с активным отдыхом. А я и так отдыхаю. Электроника есть для меня активный отдых. Пап, я такую штуку придумал. Пойди глянь. Я все равно ничего не пойму. Слушай, скажи, почему тебе не сходить в кафе, на дискотеку, в театр на худой конец? А что мне там делать? Как что? Получать удовольствие от жизни. Пап, я и так получаю удовольствие от жизни. Да. А, здрасте, Зинаида Васильевна, очень рад. Всю документацию я подготовил. Я заказал вам номер в Интуристе, не возражаете? У меня радость, сын приехал. Да, большая радость. Зяечка Васильевна, ну, жду. А, и всем вашим привет. Угу. Директор филиала приезжает. Работы будет не в проворот. Толкует этот парень, Коль. Но если б тебе чуть-чуть моей непутевости, а? Все было бы нормально. Чем же ты не путевый, пап? Мама говорит, что ты во всем преуспел. Кандидат наук, руководитель научной группы, крупный специалист в своей отрасли. Мама.
письма, говорит. Да разве я всего этого хотел? А чего ж ты хотел? Чего я хотел? Ну что ж, ты подрос, теперь можно. Скажу, сынок. Да, всю жизнь я мечтал играть в джаз. Сыграй чего-нибудь, пап, пожалуйста. Честно говоря, я только учусь. Полгода назад получил деньги за статью и купил себе вот эту дудку. Слушай. О, леди бегут, о, леди бегут, о. Ну, пока только я это разучил. Здорово. Да? Обалденный звук. Да, как у Чарли Паркера. Наверное. One more time. Леди бегут, о, леди бегут. Ой, 2 часа. Мы сошли с тобой с ума. Отбой, спим внизу соседи. Я тебя очень прошу, постарайся завтра расслабиться. Устрой себе разгрузочный день. Пойди на концерт рок-музыки, обещаешь? Попробуй, может, понравится. Хорошо, пап, попробую. Аркадий, так здорово. Я бы могла бы так всю жизнь. И я, если бы был долгожителем. Don't worry, pa 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 pa, be happy, pa 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 pa. Don't worry, be happy, pa 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 pa. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Don't worry, be happy. Одевайся, сын пришел. Ну и что? Ему нужна ванна? Одевайся, я тебе говорю. Sha-la-la-la, who's a brown girl in the rain? Sha-la-la-la-la, brown girl in the rain. Sha-la-la-la, pum 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 pum. Господи, что ж ты до сих пор не одета? Иди ко мне. Учи. Ты с ума? На старости лет моя жизнь парализована. Годами выработанный режим рушится. Любимые женщины уходят к другим. Это называется страшный суд, а то всю жизнь пропорхал, как бабочка. Да. Ты думаешь, это легко порхать? А если я так создан природой? Пойди попробуй, моментально крылышки обожжешь. Рожденный руководить порхать не должен. Говоря твоими словами, меня таким создала природа. Но природа изрядно поработала над твоим сыном, создала шедевр. Что ты имеешь в виду? Давай, Костя, познакомим с Колей. Другой бы отец радовался. Мальчик целый день сидит дома, занимается. Ну, чего еще? А если у него отклонение? Да брось ты. Тогда почему он равнодушен к женскому полу? Объясни мне. И это с твоей точки зрения он равнодушен. А с нормальных позиций все нормально, всему свое время. А насчет Кости, пожалуйста, вдруг он образумит моего оболтуса. Кстати, на твоем месте я бы уделил внимание этой птичке. Я и так уделяю ей уйму времени. Я не об этом. Она ж поедает тебя глазами. Неужели ты не видишь, слепец? Брось ты. Она ни о чем не думает, кроме диссертации. Да? А диссертации, между прочим, голос не вибрирует и ноздри не раздуваются. Мой совет – не упусти.
Говорю тебе как старший товарищ, не глупый и чуткий. Ты ведь знаешь, я не по этой части. Я Риме не изменял со дня свадьбы. Да? То-то я вижу какое-то свечение. Повернись. Вот тут не валит? Побаливает соли. Да не соли это, крылышки прорезаются. Ладно, Миш, если она тебе не нужна, разреши мне. Нет. А, нравится все-таки. Тише, я прошу, не надо. В ней есть какая-то трогательность. Хочется потрогать? О, ты все можешь опошлить. Я когда на нее гляжу, она мне кажется такой нежной, такой доверчивой, как ребенок. Так, стоп, все такой ясно. Беззащитный. Послушай, вы должны встретиться на какой-нибудь квартире. Понимаешь? Рожденный ползать хоть раз должен взлететь. Нет, об этом не может быть и речь. Угу. Тогда разреши мне, Миша. Нет, нет, подожди. Может, она мне еще понравится. Миша, ну, я еще милый, не знаю. Все. Вы встречаетесь на квартире и работаете над диссертацией. Здесь, в этой обстановке, работать невозможно. Да, здесь звонки отвлекают на качестве диссертации, может сказаться. Ты прав. Конечно. Знаешь, у Гнасюка днем пустует квартира. Я был у него 1000 лет назад. Хочешь, возьму ключ, как для себя? А что я ей скажу? Скажешь, есть тихое местечко для плодотворных занятий. Возьмешь коньяк, цветы, шоколадку и набор старого плейбоя. А что это за набор? Это не триглицерин и презервативы. Ну, знаешь... Я вам не помешаю? Ну, как вы можете помешать? Боже мой, Людочка, вы сегодня сплошное очарование. Увы, Михаил Дмитриевич ничего не видит, кроме графиков моего эксперимента. Ах, абсолютно ничего. Это кажется только непосвященными. А мы, институтские друзья, знаем, что это вулкан, каждую минуту готовый к извержению. Может быть. Почему же я ничего не замечаю? Ну, хотя бы какой-нибудь легкий подземный толчок. Продолжать наблюдение. А я пошел к аспирантке. Вот все, что я могу сказать. Чао. Я уверен, что твоя диссертация произведет просто фурор. А если еще и статья в Америке выйдет, абзац. Аркашенька, миленький, что бы я без тебя делала? С мужчинами то же самое. А насчет диссертации не знаю. Дай пиджачок. Я уверена, что ни один руководитель не дал бы мне столько, сколько ты. Это взаимно. Переделай третью главу, как я просил, и звони. Believe me, lady. Really? May I invite you to drink with me one cup of coffee? Oh, with great pleasure. Momento. That is my card. You may call me. Извините, товарищ кандидат технических наук. Why? Ошибочка вышла. Чего? Я-то думала. Прошу прощения. Почему? Секундочку, секундочку. Милая девушка, неужели для нашего знакомства так существенно, фирмачи или нет. Поверьте, во всем остальном я ни в чем им не уступаю. Абсолютно. Даже, может быть, кое в чем превосхожу. Ты что, миллионер? Так я тебе признался. А может, ты здесь на кого-нибудь работаешь? Ты за кого меня принимаешь? Тебе нравятся мои глаза? Очень. А ты знаешь, сколько стоит 100 американских долларов в рублях? Естественно. Я в день 100 раз перевожу доллары в рубли туда и обратно. Я-то перевожу только обратно. Я принимаю все твои условия. Согласен на все. Ты сплошное очарование. А ты грузин? Живешь в гостинице? Нет, я не грузин. Я как грузин, как швед, как японец. Как японец? Не смеши меня. Японец – это подарок судьбы. Даже фирмачи не все как японцы. Смотри. Ой, с тобой не соскучишься. Ты как думала? До свидания, дядя Петя. Goodbye, мисс Алена. 26-го ваша смена? О, yes. Пока. Ну, где поставила машину? Моя Тойота на профилактике. Ну ладно, поедем на моей Ниссан. Ниссан. Пошли. А ты пил сегодня? Не-а. Тогда ты поведешь машину. Попробую.
Аркадий Сергеевич, опять не выдержали срок по вкладу. Что делать, Марья Григорьевна? Крайние жизненные обстоятельства. Стоп, стоп. Что ты делаешь? Подожди, подожди. Мы так не договаривались. Не поняла. А, ты хочешь сам меня раздеть? Вполне возможно. Только главное, не торопиться. У меня еще шум мотора в ушах не смолк. А ты обрушиваешь на меня весь потенциал своего сексуального обаяния. Давай посидим. Выпьем по рюмашечке. Наладим, так сказать, психофизический контакт. Увидишь, какой я мастер. Ведь я в тебя сразу влюбился, а ты меня еще нет. Правда? А я вас всех сразу люблю. Так что на лапшу свою только зря потратишь время. А в общем, как скажешь. Ты же у нас сейчас хозяин, товарищ японец. Скажу тебе, Ленушка, как старший товарищ, не глупый и чуткий. Застолье легкое, необременительное, никогда еще сексу не вредило, а наоборот, даже стимулировало. Что хочу сказать. Поверишь, девочка, когда открылись двери лифта, и там я увидел тебя, это было как удар молнии, который возвращает память, зрение, слух, или наоборот, убивает или делает коллег. Я увидел мечту своего детства, отрочества и юности. Именно так. Период полового созревания, совпавшего по времени с повальным увлечением моего поколения джазом, представлял я знаменитых певиц. Эллу Фицджеральд, Бесси Смит, Махели Джексон. С каким наслаждением я слушал их исполнение и любимые мелодии, мысленно сжимая в объятиях этих шоколадных див. Тогда еще не было их фотографий у нас в стране. Я представлял всех красавицами, такими, как ты. Спасибо судьбе, что я встретил тебя, Аленушка. Огромное мужское спасибо. Я ведь подумала, вот он, миллионер, который женится на мне и увезет меня на шикарную виллу в Калифорнии. Тоже, между прочим, мечта моего детства. Милая Аленушка, мечта твоего детства ждет своего часа. А моя сбылась. Женщина из радиоэфира, из граммофонных рентгеновских дисков, из детских грез. Зигмунд Фрейд все-таки гений. Кто-кто? Неважно. Обольстительная дива из сказок «Тысяча одной ночи», это моя любимая книга, со всеми своими прелестями, сидит рядом и даже торопит меня. Да, самые обыкновенные. Ты себя со стороны-то видел? Как это? Ну, я не знаю, ну, глазами соперницы, глазами мужчины, знающего толк в женщинах. Так ты себя видеть не могла, милая Аленушка. А если бы хоть раз увидела, поняла бы, что ты конец света. Ну, вообще-то, мужики почти всегда клюют. И наши фирмачи все тащатся от меня. А иначе и быть не может, потому что ты маяк очарования, женственности, привлекательности, чувственности, наконец. Ты мисс СССР. Ты мисс секс СССР даже всей планеты. В разряде профессионалов, конечно. Аленушка, давай выпьем за тебя. За уникальное произведение матери природы, за аппетитнейшее ее создание, на радость и погибель мужчинам. Мужчины пьют. Спасибо, Аркадий. Все-таки в наших мужиках что-то есть. Я прошу тебя, Аркаш, забери свои деньги. Моряк Черноморского флота не берет. Но если бы ты был подпольным миллионером, я бы не возникала. Но ты ведь... А мечта детства, по-твоему, не стоит любых денег? Спасибо тебе, Алена, за то, что ты такая, какая ведь я с тобой тоже отдохнула душой. Думаешь, этого мало? Ну, забери хоть половину. Моряк Черноморского флота? Тоже мне моряк с разбитого корыта. Goodbye, baby.
Ну так не возьмешь? Не возьму. Ну ладно, тогда в следующий раз приходи просто так, бесплатно. Подожди, я сейчас кое-что тебе покажу. А это я показываю только японцам. Ну, Аркаш, как я тебе нравлюсь? Ну, я ведь совсем не знаю этого Костю. И вдруг куда-то с ним пойду. Не куда-то, а на дискотеку. В общежитие трамвайно-троллейбусного парка. У него там, как теперь говорят, все схвачено и повязано. Тёлки, рокеры, хаты, тачки. Хм, а мне-то что? Что у меня общего с трамвайно-троллейбусным парком? Вот, раз ты задаешь такие наивные вопросы, правильно я сделал, что его позвал. А, вот он. О, привет, Костя. Здравствуйте, Аркадий. Вам привет от Спасибо, мамы. Проходи. А где Коля? Привет, Колян. Нормальный парень, дядя Аркадий. Слушай, ты, говорят, в электронике сечешь. Коль, такое дело. У моих друзей система GVC. Нашелся один умник, скоммутировал ее с нашей электроникой. Хотели переписать греческую смоковницу. В результате GVC не фурычит, электроники хоть бы хны. Разобраться сможешь? Вообще-то странный какой-то случай. Надо посмотреть. Так, давайте, Вася. Кстати, в светомузыке тоже разбираешься. Декодер палсикам сделать и установить сможешь? Ну, это вообще просто. Надо еще посмотреть. Ну, на месте, разберетесь. Так, вот это тот наворот, что тебе нужен. Скажи день, дядя Аркадий, а? Вылитый Джон Леннон. Он мне больше напоминает американского безработного, что к нам приводили. Ну, вперед. Отличный парень ваш, Коля, дядя Аркадий. Ну что, Аркадий? А я уже возле твоего дома. Лечу. Жди. Аркадий. Даже не верится. Я снова здесь. От нашей разлуки я страдал не меньше, чем ты, дорогая. Лгунишка. Я сама. Сейчас я тебе это докажу. Только сначала закроем дверь на собачку. И на цепочку. Алло, Миш, извини, что поздно. А Костя твой пришел? И моего еще нет. Что-то круто они начинают для первого раза. Я когда в студенческие годы задерживался, всегда домой звонил. А, пока, кажется, пришел. Пап, познакомься. Это Наташа. Ты не возражаешь, если она у нас переночует? Она живет на Кабино, но туда уже не добраться. Пожалуйста, пусть Наташа остается. Только видите, у нас одна комнатная квартира. Вы не обидитесь, если мы вам постелим на кухне? Зачем? Только лишнее беспокойство. Мы с Колей здесь поместимся, а вы там. В тесноте, зато не в обиде. Да спит он, спит. Старички, они сразу отключаются. Вот, слышишь? Ну что ты прям как маленький? Ну неудобно, ну что? Что неудобно? Мы что, воруем? Мы не воруем. Что естественно, то нормально. Нормальный мужик оказался. Вот тебе и шизик-физик. Тот случай, когда яблоку не удалось упасть далеко от яблони. А мой так и не пришел. Сколько раз просил. В таких случаях звони, предупреждай. Римка ушла на работу вся в слезах. Может быть, мой как-то подействует на Костю? Пустой номер. А может, в самом деле... Горель, Людмилу Павловну пригласить поработать где-нибудь в нерабочей обстановке. Гениально. Рожденный ползать начал хлопать крылышками.
Звони, пока горячо. А что я ей скажу? Так и скажешь. Хочу поработать в нерабочей обстановке. А она не обидится, не оскорбится? Да она оскорбляется, что ты до сих пор ей это не предложил. Ну, давай звони, или дай мне номер, я сам позвоню. А квартира, ключи? Я с Лисяком договорился, он сейчас принесет ключи. Там приличная обстановка. Прилично. У него жена завмак. А далеко квартира? В центре, Миша, не мучь меня, звони. Или дай я позвоню. Нет, я сам. А ты, пожалуйста, выйди. Зачем? Я стесняюсь. Эти мне платоники. Ну, набирай, набирай. Ты выйди, пожалуйста. Людмила Павловна, это Михаил Дмитриевич. Здравствуйте. Так устраивает? Есть предложение поработать на квартире у моего друга. Я думаю, это даст необходимый эффект. Да-да. В половине первого. Вы не возражаете? Людмила Павловна, значит так, вы свободны. Я вас жду у главного входа напротив арки. Пожалуйста, возьмите все материалы. Да, половина первого. Угу. Согласилась? Да. А ты боялась? Так, коньяк у меня есть. Шоколадку я дам. Фу, иди лучше за ключами. Ну. Знаешь, Аркадий, дорогой, мне не жалко. Иди, работай, делай, что хочешь. Только умоляю, не на нашей двухспальной кровати. Понимаешь, меня жена убьет, если что заметит. Поверишь, у нее бзик. После того, как твоя блондинка помаду забыла. Приходит с работы, ходит по комнатам, ищет какие-то следы. Все через лупу рассматривает. Так что я тебя умоляю, ничего не оставляй. Никаких следов. Геннадий, клянусь тебе, просто не знаю, как тогда так получилось. Сейчас волоска не найдет. Веришь? Верю. Аркадий, от всей души желаю тебе всего хорошего. Спасибо. Спасибо, Геннадий. Так, здесь. Я тут впервые, но мне сказали, что место тихое, уютное, не то что у нас на работе. Считаю, нам давно следовало уединиться. Поверьте, Михаил Дмитриевич. Я так страдала на людях. Да, коэффициент полезного действия там был крайне низок. А здесь неплохо. Марья Михайловна, немедленно приезжайте. Это Даша. Звоню, мы же с вами договаривались. Да, пришел. Да, с женщиной. Жду. Ну что же, эту главу можно считать закончили. Так, перейдем к следующей. Может, отдохнем немного? Можно, отдохнем. Музыку послушаем, а? Потанцуем? Я вас приглашу. Можно. Обалдею от вас.
Я без ума от вас. Михаил Дмитриевич! Открывайте! Не ходи! Перенервничал на работе. Кто это? Аркадий. Скажи, ученый совет прошел с осложнениями. Скажи, завтра поговорим. Лилю можно? Простите. Оксану, будьте любезны, позовите. А когда придет? Спасибо. Ольгу позовите, пожалуйста. Это подруга. Катя, вы меня не знаете. Ой, ну что вы? Я не такая. Вы меня спутали. Вы с ума сошли. Бабник чертов. Адо, подождите. Да тетю Сергеевну, пожалуйста. Адо не приехала? Это сослуживец. Сослуживец. С заботой. Евгений Николаевич, ну как какой, я один добыл их. Что за топтос? Надоело. Маш, это ты? Это я. Ты, как всегда, дома? Да. Сижу и жду твоего звонка. И ты позвонил. Приезжай ко мне. Кольки нет дома, это надолго. Ну, что скажешь? Ты этого хочешь? Очень, очень, приочень. Ты ведь знаешь, когда я тебя долго не вижу, я херею, дичаю, тускнею. И ты сыграешь мне на саксофоне? А ты этого хочешь? Хочу. Ну, сыграй. Еду. Тихо, уютно, рядом любимая женщина, все познается в сравнении. А мне всегда с тобой хорошо, с чем бы я ни сравнивала. С чем или с кем? Ты у меня единственный и неповторимый. За что ты меня любишь? Не знаю, люблю и все. А я знаю, знаю, роднее тебя у меня человека нет.
Наверное, теперь уже никогда не. Ты все же в сущности еще совсем мальчишка. И непутевый. Пап, извини, пожалуйста. Тетя Марин. Добрый вечер. Пап, Наташа опять опоздала в Нахабино. Ты не возражаешь? Я не возражаю, но учтите, что на этот раз мне придется спать на кухне, на раскладушке. Ой, зря, вы нам совсем не мешали. Наверное, мы вам помешали. Ну, вы сидите здесь, а мы пойдем на кухню. Нет, подождите. И вы нам совсем не помешали? Мне действительно пора уже. Ой, извините, пожалуйста, я перепутала выключатель. Или вы спите? Ну да, уснешь здесь как же. Вам ничего не надо? Ничего. Ну тогда спокойной ночи. Аркадий, дорогой, извини, что так получилось. Ты извини, у тебя же неприятности. Но теперь у нее новый бзик. Представляешь, она говорит, что это был не Аркадий, а другой мужчина совершенно седой. Врешь, говорит, опять. Ну, конечно, бзик. Что, ты не знаешь, какие у меня волосы? Да я знаю, что бзик. Ну, попробуй и докажи. Нам еще повезло, что вы были не в ее кровати, а сидели за столом, культурно занимались. Геночка, дорогой, летом на каникулы уедет сын, моя квартира в полном твоем распоряжении. Моя? Вот. Спасибо, Аркадий. Но с такой женой я, знаешь, только нервов трачу. Боюсь, что к лету интерес женщинам вообще пропадет. Да и сейчас что-то не то. Эх. Ладно, пока, Аркадий. Легко отделался. Я думал, меня инсульт хватит. Первый раз пойти налево и вляпаться в такое. Зато прошел боевое крещение. Да. Михаил Дмитриевич, я все устроила. Стопроцентная гарантия уюта и покоя. Жду в 2 часа. Вы не против? Все параметры меня устраивают. Я, разумеется, буду на совещании. Жду с нетерпением. Я также. Все, сегодня тебя лишат невинности. Откуда ты знаешь про параметры? Ну, а ты думаешь, общение с тобой проходит для меня бесследно? Только прости, Аркаша, времени в обрез. Подожди, Аленушка. Ты же знаешь, у меня к женщинам тяга больше духовная, чем физическая. Если тебе некогда, я приду в другой раз, ладно? А в другой раз у меня тоже не будет времени. У меня нет и не будет времени на эту розовую канитель, которую ты мне тут навязываешь. Я не навязываю. А еще говорил, я как швед, я как японец. Ха-ха. С фирмачами четкие деловые отношения. В вашей мане мои услуги. А чего ты хочешь, я понять не могу. Ну, практически то же самое. А если то же самое, пожалуйста. А? Тебе не этого надо. Тебе в душе моей пошуровать охота. Все там мне перевернуть. Извращенец. Я еще с прошлого раза в себя прийти не могу. А он все по новой повторить хочет. Что такое? Я же с чистыми побуждениями. А вот мне не надо с чистыми. Я тебе обещала. Я человек слова. Если хочешь, давай сейчас все по-быстрому сделаем. А сироплить и нюни распускать мы не будем. Понятно? Понятно. Значит так, если я тебе понадоблюсь, позвони. Я твой, Алена, с головы до ног. Я позвонил Косте, и мы решили собраться. Дядя Аркадий, все делается в соответствии и рамках оговоренной нами Женевской конвенции. Ой, Костя, наша с тобой Женевская конвенция давно уже устарела. О, мог бы познакомиться с твоим папой. Аркадий, естественно, Андреевич. Вика, Люси, Ариуна и Арнольд. Понятно. Вы что, вместе учитесь? Нет, дядя Аркадий, мы все из разных мест, но все хорошие, проверенные люди. У нас сборная команда. Не хотите принять участие? Деточка, я давно уже работаю в индивидуальном разряде. Коля, если будут звонить, скажи, что совещание в министерстве отменяется.
Счастливы, ребят. Всем пока. У меня такое ощущение, что я эти работы уже где-то видел. По-моему, на выставке 150 лет фотографии. Возможно. Но я, к сожалению, не была на упомянутой вами выставке. Да, ну что вы, замечательная выставка. Там были просто шедевры. Вы что, приезжие? О, нет. Просто у нас маленький ребенок, и времени для расширения кругозора остается крайне мало. Поэтому мы с мужем используем любую возможность для интеллектуального обогащения. Верно, Леш? Верно. А что товарищу нужно? Ничего. Только фотографии. Чокнутый, что ли? Леш, а почему как культурный, интеллигентный человек, ты сразу чокнутый? Папа, тебе, наверное, здесь неудобно? Нет, ничего. Жить можно. Как ты там? Нормально. А с Наташей уже... Нет. Мы с ней завтра встречаемся. А, значит, ты ей изменяешь? Да. Это произошло как-то случайно. И, честно говоря, мне Вика тоже нравится. Это плохо, пап. Это жизнь, Коля. Только не забывай, что твои любовные партнерши такие же люди, как и ты. Никогда не делай так, чтобы им было больно. Каждая твоя женщина должна быть уверена, что она у тебя единственная и неповторимая. Будь то Наташа, Вика. Значит, я должен врать? Да. Но это святая ложь, Коля. Или, тогда будь любезен, люби всю жизнь одну. Ну, Наташу, например. Теперь, наверное, я уже не смогу после Вики. Тогда делай, как я говорю. А теперь скажи мне, пожалуйста, какой самый приятный момент в общении с женщиной? Но я думаю, это известно. Нет, не это. Самый приятный момент в общении с женщиной, это когда она уходит. Это шутка? Пап, тогда зачем ее вообще надо было приводить? Приводить ее, тебя обязывают законы природы, с которыми, как теперь стало общеизвестно, спорить бессмысленно. Ну ладно, не забивай себе голову. Слишком много на первый раз. Обсудим-ка лучше орг-вопросы, Коля. Я ведь тоже живой человек. И мне по тем же законам природы нужно... Прости, пап. Я думал, что в твоем возрасте уже... Да в пятом классе мне девятиклассники казались стариками. Да ты знаешь, что Чарли Чаплин родил последнего ребенка в 80 лет? Да что Чарли Чаплин? Твой дед Андрей Степаныч... Секретарша от него забеременела, когда ему было 68. Ну? Скандал был на весь город. Не может быть. Дедушка Андрей? Дедушка Андрей. Тот еще был козел. Вот в кого ты, не дай бог, пошел. А мама говорит, что в тебя. Ну, если мама говорит, то будем надеяться. Коля, что я хочу тебе предложить? Коля, ты где? Мне нужен халатик. Деточка... Через минуту у вас будет и Коля, и халатик. Ой, извините. Так вот, слушай. Нужно составить график привода гостей в нашу квартиру. 3 дня в неделю твои, 3 дня в неделю мои. 1 день санитарный, там уборка, отдых, профилактика и так далее. Согласен? Согласен. И еще один пункт. Никого на ночь не оставляем. Ни ты, ни я. Это портит экологию нашей квартиры. Согласен? Конечно, пап, согласен. Ты извини меня, что я... Ладно. Была бы у нас двухкомнатная, я бы не возникал. Знаешь, пап, ты бери себе дни, какие хочешь, а что останется мне?
Ну, естественно, как ветерану эротического фронта мне положены льготы. Иди. Это была композиция «Сенсация» в исполнении вокалиста Гарри Бэтмена. Труба... Аркадий! Кажется, получилось. Вот. Сделала все, как ты сказал. Гениально. Умница. Ты у нас спец высшего класса. Это ты мозг нашей группы. Как твой сын? Взрослеет не по дням, а по часам. Боюсь, как бы не женился. Ну, это он очередь уступить должен папе. Тем более, Аркадий, продолжительность жизни холостых мужчин на 8 лет меньше, чем женатых. У меня для тебя есть женщина домовитая, вяжет. Будете настаивать, уйду в монахи. Ну почему ты так не любишь женщин? До свидания. До свидания. До свидания. Между прочим, я о тебе с ней говорила. Да, и что она? Согласна? Нет. Говорит, главное для нее сейчас наука. Видите, даже она за меня не хочет. Ну, как дела, Миш? Она фантастическая женщина. Ты видишь, я с ней помолодел на 100 лет. Я так благодарен тебе, Аркадий, что ты толкнул меня на это. Это, знаешь, вместо серой, скучной жизни, это какой-то водопад счастья. И я теперь тебя так понимаю. У тебя каждый день на улице такой праздник. Для меня давно это будни. А для меня праздник. Аркаша, я хочу на ней жениться. Что? Она согласна. Я только не знаю, как скажу об этом Римке. Только попробуй. Я тебе скажу. Тоже мне фраер нашелся. В молодости надо было гулять, понял? Всегда и понемногу. Из-за таких, как ты. В общем, так, если бросишь любимую Костю, я не знаю, что из себя сделаю. А что мне делать? Что делать? Продолжай купаться в водопаде счастья. И не дергайся. А я тебе подготовлю еще несколько водопадиков. Когда их много, постепенно привыкаешь. И это становится безопасным и для тебя, и для окружающих. А это будут симпатичные водопадики. Да уж не хуже этой волчицы ученых советов, этой гиены научно-технических библиотек, этой кобры начальников среднего и старшего звена. Тебе нужна женщина простая, тихая, задушевная, которой приятен ты лично, а не твоя ученая степень. Ты думаешь, она поэтому? Положись на мой опыт. Я как-никак профессионал. А ты даже не любитель, а так, случайный прохожий, которому сунули миноискатель и поручили на мосту разминировать мину. Но ты взялся бы? Нет, конечно. А сейчас ты уже на мосту. Мину ты уже нашел. Но тебе этого мало. Ты уже дергаешь разные проводочки. Хочешь ее обезвредить. А в любой момент может случиться непоправимое. Ты понимаешь? Понимаю. Так что без меня ни шагу. Понял? Все понял, Аркаша. Спасибо. Все же ты всегда был мудрым, хоть и кажешься легкомысленным. Легкомыслие – высшая мудрость жизни. И я, как ты отметил, лучшая тому иллюстрация. Маришенька, мы дома. Здравствуйте, Марин. Прости, пап, хоть сегодня не мой день, но приехала Наташа из Нахабино и... Понятно, Коленька. Но пока последняя электричка в Нахабино еще не ушла, ты успеешь проводить Наташу. Конечно, конечно. Мы сейчас будем собираться. Ну что, выпьем пока по чашечке кофе? Здрасте. Здрасте. А Коля дома? Коля? А вот его куртка, и он не один. Ой,
Не будем им мешать, пойдем. Выпьем. Я сейчас все объясню. Все, я ухожу. Подожди, подожди. Девочки. О, страсти. Наташа, Вика, я вам сейчас все объясню. Видно. Да. Все это, конечно, было и у нас, Мариша. Только не так акселеративно. Все развивается по спирали, Аркадий. Так что с нами, наверное, не стоит сравнивать. Да? Ты права, конечно. Вообще-то никогда не думал, что с детем будут такие сложности. Бурная жизнь какая-то. Аркадий, ты можешь переехать ко мне, если дойдешь до точки. А если не дойду? Ты можешь переехать всегда. Спасибо. Ну, что они там, уходить не собираются? Что с тобой? Да. Что с тобой? Понимаешь, Мариш, я ведь тоже не ангел. Я тоже в молодости гулял. Меня даже некоторые называли бабником. Но я никогда не переступал черту, отделяющую джентльмена от похотливого самца. А мой сын? Твой сын повторил тебя на новом витке спирали. Не переживай, ты передал эстафету в надежные руки. А в таких случаях наставники достойно уходят на покой. Да, наверное, пора. Да. А может быть, с сегодняшнего дня прямо так у меня и останешься? Как? Прямо так вот сразу? Ну что ты, надо как-то подготовиться, собрать вещи. Понятно, значит, с понедельника. О! Давай с понедельника. And in return, why did you leave a souvenir?